хорошие, правильные, профессиональные и, самое главное, вовремя заданные. Да? Да, у нас было время, мы какие-то вещи в Турции сделали, потому что не было времени. Думаю, что нам не все удалось, что мы хотели, но по большому счету мы выглядели командой, которая объединена одной целью и которая как бы на поле понимает, что она хочет. Сейчас у нас было время, мы какие-то для себя вещи использовали, если там могла при этой системе играть одни футболисты, при другой системе все-таки могут и другие быть использованы. Одного мы хотим, естественно, проверить уже в основном составе. Ну, завтра уже, как говорится, все увидите. Сегодня тренировка. Вот Олежка сегодня будет с тренировкой чуть-чуть кое-что там побаливать. Надо его посмотреть, чтобы мы уже точно знали завтра. Принцип футбола профессионального ему никто не отменял, что на поле должны быть готовые футболисты, чтобы они максимально выкладывались. И того же Дзагоева мы оберегли в Турции. Сейчас он все тренировки проводил, поэтому сегодняшняя тренировка покажет то, на что завтра готовы. И мы от этого будем отталкиваться, потому что если иногда планируешь что-то, а утром, не дай бог, кто-то просыпается, а у него ангин условно. И все, надо менять. Сейчас я вам что-то скажу, а завтра вы скажете, ой, нас обманули. Поэтому не хотелось бы. Спасибо.